заходи на киберлот.ру. Покупай и продавай караты без риска быть обманутым. Ссылка ниже в описании. Всем привет, с вами снова Владислав Фомин. Недавно я делал обзор на мага с ником Багнутая. Теперь на примере этого мага посмотрим разницу в дамаге некоторых супернавыков с камнем шока 0.6 и 0.8 по мобам. Протестируем три супернавыка. Изнурительные оковы, призмы лагала и энергетический вихрь. Сначала буду показывать дамаг без духов, потом с духами. Итак, приступим. Подведем итоги. Навыком изнурительные оковы под духами с шоком 0.6 мы выбили 24 043 дамага, а с шоком 0.8 мы выбили 26 409 дамага. Разница составляет 2366 дамага. Навыком призмы лагала под духами с шоком 0.6 мы выбили 23 527 дамага, а с шоком 0.8 мы выбили 25 527 дамага. Разница составляет 2000 дамага. Навыком энергетический вихрь под духами с шоком 0.6 мы выбили 28 726 дамага, а с шоком 0.8 мы выбили 30 464 дамага. Разница составляет 1738 дамага. Не забывайте, чем выше изначальный дамаг, тем больше разница между шоком 0.6 и 0.8. Если это видео наберет 1000 просмотров или 100 лайков, то я выпущу видео сравнение шока 0.6 и 0.8 по персонажам, на примере мага с ником Багнутая. Обязательно подписывайтесь на канал, также зовите своих друзей и знакомых. Не забывайте ставить лайк под видео, если хотите меня поддержать. А также вступайте в группу ВКонтакте, там есть много полезной информации. Ссылка на группу ВКонтакте, а также название трека, который я использовал в видео, будут в описании под видео. Всем удачи и до новых встреч!